В этом году предприятие «Латвия Сделсельдж» приступило к реализации масштабного проекта по модернизации пассажирской инфраструктуры. Модернизация коснется 13 железнодорожных станций и остановочных пунктов в направлении Юрмалы и 3 в направлении Елгавы. Проект предусматривает строительство высоких посадочных платформ, благоустройство прилегающей территории, приведение в порядок зданий станций, установку информационных стендов, светодиодного освещения, видеонаблюдения. Благодаря модернизации инфраструктуры доступ к станциям, а также посадка и высадка людей с особыми потребностями, родителей с детскими колясками, сеньоров и других пассажиров станут более удобны. Станция Булдари – первая, где были сданы во временную эксплуатацию высокие посадочные платформы. Временная эксплуатация означает, что платформы можно использовать по их предназначению. Комиссия признала их безопасными и соответствующими всем требованиям. Однако до окончательной сдачи в эксплуатацию строительной компании по указаниям комиссии необходимо устранить некоторые недочеты. Согласно условиям договора, в течение 2 лет строительной фирме нужно будет за свои средства устранять все дефекты, которые обнаружатся во время эксплуатации. В ближайшие недели во временную эксплуатацию будут сданы другие станции – Дзинтари, Бабите, Мелужи и Ассари. В настоящий момент интенсивные строительные работы ведутся на 11 станциях и остановочных пунктах направления Юрмалы. К завершению близятся работы на станциях Елгава и Олайны. Продолжается ремонт остановочного пункта «Сахарная фабрика». Модернизация пассажирской инфраструктуры в полном объеме финансируется фондом Кахайзи. Длившиеся почти 2 года работы по реконструкции Даугавпилского техникума подошли к завершению. Этому событию было приурочено торжественное мероприятие, на которое приехали высокопоставленные гости. Среди них представители Министерств образования и науки, сообщения, Государственного агентства развития образования, Латвийской железной дороги, Даугавпилской городской думы и другие. Реконструкция открыла перед профессиональным учебным центром компетенции новые возможности. Улучшились не только условия обучения, отремонтированы 4 учебных корпуса и 2 общежития, но и приобретено современное оборудование. Теперь студенты Даугавпилского техникума в обучении будут использовать современный кинотеатр 7D, единственный в странах Балтии, и симуляторы. Пока подобного симулятора нет больше ни в одном каком-либо другом профессиональном учебном учреждении нашей страны. Руководитель Латвийской железной дороги лично оценил новые возможности техникума в подготовке специалистов для железной дороги. Я бы хотел пожелать, чтобы к нам приходили самые лучшие люди, которые вообще здесь есть в округе, как поступали в техникум, закончили, пошли и шли к нам. И вместе мы как-нибудь тогда железную дорогу удержим, потому что нам нужны квалифицированные, умные, дисциплинированные, самые-самые лучшие. С помощью симулятора, не выходя из учебного класса, студенты могут совершить поездку по железнодорожным путям Латвии. И пути, и остановки аутентичны. Новое оборудование должно способствовать росту профессиональной подготовки молодых специалистов. В настоящий момент Даугавпилский техникум является 3-м крупнейшим учебным учреждением в нашей стране. В нем можно получить образование по 19 учебным программам. Thank you.
Коллекцию подвижного состава Музея истории Латвийской железной дороги можно назвать крупнейшей в Балтии. В нее входят паровозы, тепловозы, товарные и пассажирские вагоны, вспомогательные машины и даже электровоз. Коллекция начала создаваться в 1992 году вместе с образованием музея. Главным критерием при отборе будущих экспонатов были срок эксплуатации и уникальность имеющихся у Латвийской железной дороги локомотивов, вагонов и специального оборудования. Сначала единицы подвижного состава размещались на территории Елговского локомотивного депо. В 1998 году их перевезли в Ригу. Коллекция продолжала пополняться. Некоторым экспонатам требовалась реставрация. Конкретный паровоз серии ТМ, вообще это очень интересная у него судьба, он был создан в Германии во время Второй мировой войны, как раз для того, чтобы немецкая армия успешно воевала, причем на обоих фронтах. Фронтах он способен и хорошо себя вести и в очень суровых климатических условиях, и в жарких, да. Ну, а война закончилась, и так получилось, что, конечно, большинство из всех этих паровозов, а их понастроили довольно много, где-то свыше 5000 единиц за время войны, да, потому что вся машинерия, все заводы, и даже в оккупированных территориях Польши, в Чехии выпускали вот в основном именно эти паровозы. Одна треть примерно всех машин осталась в Советском Союзе. То есть порядка 2000 даже с лишним машин. И нужно было, самую первую задачу, которую нужно было решать, это его переустроить на так называемую русскую колею, да, или широкую колею. Эта задача была способна решать уже такие, ну, предприятия, а точнее ремонтные мастерские, или даже назовем их заводами, которые уже имеют хороший опыт в этом, да, и оснастку, и Даугавпилсский локомотиво-ремонтный завод, это один из них, который сразу приступил к переделке вот этих паровозов. Ну, там еще и некоторые, так сказать, элементы менялись, потому что арматура, ну, то есть и там и предохранительные клапаны, и генератор, и еще некоторые вещи, они типовые, да, в Германии, конечно, одного типа, а в Советском Союзе это уже совершенно другой тип, и надо было эти паровозы адаптировать и под советские разные вот такие элементы, которые взаимозаменяемы. Трофейные паровозы использовались на территории всего Советского Союза, но самая большая их концентрация была на западной границе, на железных дорогах балтийских стран, Белоруссии, Украины. В 60-х годах их прекратили использовать на магистралях, однако продолжали прибегать к их помощи при маневровых работах, на подъездных дорогах к предприятиям, а также в качестве стационарных паровых котлов. Таким образом, в Латвии эксплуатация паровозов серии Т продлилась до 1985 года. Замен трофейным паровозом серии ТЭ в Латвии пришли паровозы серии Л. Вот за нами типичный образец этого паровоза. Их тоже настроили очень порядочно, то есть свыше 5000 единиц, но только уже не в Германии, а в России, то есть в Советском Союзе. Конкретно этот паровоз от Коломенского завода, но строили их и на других заводах, и именно после войны, да, потому что война, конечно, период такой, когда многое что теряется, уничтоживается, и место, то есть и в старых сериях, да, пришли вот паровозы серии L, которые, ну, наиболее мощные паровозы, которые вообще в Латвии использовались, это порядка 2000 лошадиных сил относительно, ну, такая мощность. Хотя у паровоза немножко другая единица измерения, но примерно вот так получается, сопоставляет. Свое название серия получила в честь Лебедянского. Под руководством этого конструктора и был разработан паровоз в конце Второй мировой войны. Эта модель считалась одним из лучших и массовых советских паровозов. Он эксплуатировался по всему Советскому Союзу. В Риге, а это последний живой паровоз, который был в депо Рига, до 1988 года он проработал.
И потом еще участвовал в ретро-поездках, и поэтому, может быть, ну, выглядит довольно еще хорошо сегодня, но мы его еще дополнительно отреставрировали. На территории Латвии последний раз паровоз серии L использовался в 1999 году во время празднования 80-летнего юбилея Латвийской железной дороги. Thank you.